Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как узнать высоту любого места над уровнем моря на планете. Для этого нам понадобится Google Планета Земля, мы открываем. Вот ссылка будет в описании, это веб-версия, есть еще, что можно скачать на компьютер себе целую программу, но нам достаточно веб-версии для нашей задачи. Вот. Ищем точку на планете, которая нас интересует, я не знаю, давайте вон там в Лондоне что-нибудь посмотрим. Ну вот, допустим, нас интересует вот эта вот точка, вот здесь. Ставим просто сюда курсор мышки и смотрим в правом нижнем углу. У нас показывает вот 100%, а дальше 6 метров. Вот 6 метров это и есть высота над уровнем моря. Потом дальше показываются координаты, и дальше показывается 688 метров, это высота камеры. Ну, если нас интересует высота почвы над уровнем моря, то это 6 метров. Вот. Возьмем, для примера, какой-нибудь другой город абсолютно, вот Германия, да. Давайте здесь куда-нибудь перейдем, ну, чтобы не терять время, вот любой город, самый первый, да. Ставим здесь курсор, вот, например, вот в этом месте. И смотрим 332 метра над уровнем моря. То есть вот настолько просто это делается. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. И всего вам доброго. До свидания.